Всем зрителям, подписчикам привет! Сегодня будем собирать парник теремок 4-метровой длины на брусе. Также привезли емкости Т500, 500 литров с подставочками, шпалеры. И будем натягивать еще систему подвески троса вот в этой чудесной стеклянной теплице легенде 4х8. Каркас мы собрали, обшили стенки. Сейчас докручиваем поликарбонатом. Сейчас будем прикручивать крышки и обшивать их тоже поликом. Завершился у нас монтаж. Напоминаю, строили сегодня теремок, парник. 4 метра длиной, 1,40 м шириной. Вот так отлично у него все открывается на подставочках. Можно одну сторону закрыть. Можно одну створку закрыть, три оставить. Вариаций много. Сделано из каркаса. Каркас сделан из трубы 20 на 20. Покраска полимеропорошковым способом. Поликарбонат 4 мм. Все соты защищены. Стоит все на брусе. Брус 100 на 100. Пропитан антисептиком. Все выровнено. Вот такой отличный парник у нас получился. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх. Задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока.